Джон и Эмма Скиллопы живут в Пикоке всю свою жизнь. Все знают Джона. О, привет, Джон. Всегда приятно видеть знакомое лицо. Здравствуйте, миссис Стернберг. Но никто никогда не видел Эмму. До этого момента. Боже! Вы в порядке? Вам повезло остаться в живых. Вы знаете Джона? Вы член семьи? Я здесь живу. Вы его жена? Мы не знали, что ты женился. Поздравляю. Мне было приятно познакомиться с вашей женой. Здесь, в моем доме? Я прочитала о катастрофе, решила приехать, убедиться, что все в порядке. Его настоящая сущность висит на волоске. Зачем вы с Джейком приехали в Пикок? Я дам вам денег, и вы уедете. Я не понимаю. Ты пугаешь меня. Не знаю, что она вам сказала, но решение тут принимаю я, а не Эмма. Я мужчина в доме. Встретимся в мотеле «Хаскер». Не говори никому ни слова. Хорошо. Особенно Эмми, поняла? Киллиан Мерфи. Я хочу, чтобы все стало по-прежнему. Эллен Пейдж. Она способна на ужасные вещи. И Сьюзан Сарадон. Она ведет себя странно. Может, она лжет? Ты кого-нибудь ранил? Что? Нет. Когда она это сделала? Я не смогла ее остановить. Я не могу позволить ей сделать это. Пикок. Джон, тебе звонят. Кажется, это твоя жена Эмма.